Cómo decir que me parte en mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti, y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a купаться в море, они очень довольны пляжами Барселоны. Слева от нас Ибисос. Очень интересное здание в виде срезанного конуса. Это здание экологической защиты природы. И здесь же располагается центр репродукции человеческой жизни. Барселона. Справа от нас мы проезжаем пятизвездочный отель Артс. Очень интересная конструкция. Мы сейчас заедем с вами в Олимпийский порт. Развлекательный центр Барселоны. И слева еще одна. Сейчас мы увидим высотку, которая называется Мапфри. Это страховая компания Мапфри. Итак, справа отель Артс, что в переводе обозначает искусство. А все нужно порадовать. Por favor. Сейчас мы немножко нарушим и остановимся. Справа от нас казино барселонское. Чуть дальше справа кто-то уже видит каменный шар на крыше. Ресторан Мончос, Марина Мончос на стенах. Пантера, самая вкусная паэлья, которую когда-либо ел, готовится в ресторане Мончос. И за рестораном переливающейся чешуей, вот такой бронзовой на солнце, рыбка, памятник Дораде Франко Гери, еще один яхт-клуб Барселоны, по периметру которого находится знаменитый ресторан. А вот окончание строительства, этот вопрос задают очень многие. Видите, какое историческое событие. Мы стоим с вами перед строящимся собором. Продолжается строительство. Причем пишутся какие даты ваших
брошюрках, если вы купите книжечку о Саграде Фамилии, будет написано 26-й год. В 2026 году решили когда-то закончить собор. Эбро самое полноводное. В Сарагосе также увидите Эбро. Тахо, где закаляется Толедская сталь, Дамасская сталь, на которой стоит великий город 20-го столетия. Вот эта территория, где мы сейчас приезжаем, не была урбанизирована. Здесь росли буково-грабовые леса. Диона Сан-Джорди, напоминающий чем-то, вот даже черепаший купол. Это 90-й год. Архитектор Ямасаки выступать на самую вершину к башне почтения. Там же находится музей. Музей военного искусства и оружия. А раньше? До 60-х. Vale. Y es una copa, ¿no? Да. Una copa. Y después de una copa, vamos. Ahora la luz, porque después, la copa y todo. El papá no es el va. Sí. Vale. И клёво сто пудов. Здесь уют приморских городов. Как бы ты прожила без меня, милая Испания моя. Я твой сын, заезжий иммигрант. Жизнь моя, мой банковский гарант. Я бы спел про родину мою, но я ее зачем-то не люблю. С каждым днем житуха хуже, без бабла кому ты нужен? Руки с жопы, морда кирпичом. Безнадежные романы, незалеченные раны после стольких лет под кулачом. Эх, я берусь за что попало, жизнь полеты нелегала. Надоела жизнь собачья, сыт по горло, а внутри что-то плачет. Это тело просит ласки и любви, а ты целуй меня, целуй. Ах, иностранночка моя, а ты люби меня, люби. Ах, пропаду я без тебя, а ты целуй меня, целуй. Иностранночка моя, а ты люби меня, люби. Пропаду я без тебя. Годы, годы, злые кони занесли меня сюда, за границу. Сердце стонет, горе, горе. Не беда, ты целуй меня, целуй. Эх, иностранночка моя, а ты люби меня, люби. Эх, пропаду я без тебя, а ты целуй меня, целуй. Иностранночка моя, а ты люби меня, люби. Эх, пропаду я без тебя. Thank you.
ворон. Английскому спеть про русскую любовь, и целуй меня, целуй. Эх, иностранночка моя, а ты люби меня, люби. Пропаду я без тебя, ты целуй меня, целуй. Эх, иностранночка моя, а ты люби меня, люби. Главными святыми испанскими Сарагосой и базилика Ностра Сеньора Пилар, где хранится колонна, которую принесла Дева Мария. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando.
ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí junto a mí. В Испании. Сегодня едем во Францию, в Ниццу, там будет выступление, но в ресторане на Ницце. Это Средиземное море. Виноградную ветку, он их там изображает. И раскрывается зонт, черный зонт над лодкой Галы. А на капоте святая Исфирь. Тут уже сюрреализм, да, погружаемся. Подожди, а куда кидать? Сюда? Это обман. Развод. Кинь еще. Пошел дождь? Нет. Лохотрон. Я корвал желез, видишь? А сверху дождь. Ой, зонтик открывается. Смотри, ты не одна там набросала денег кучу. Класс, все. А Виткинь котик оплал? Все, закрывается. Обалдеть. Зонтик закрывается. Так, телефон только не урони туда. А то сейчас можешь телефон еще туда. А то придется вламываться в машину ко всем этим страшным. И тут же попа. Это золото. Драгоценные, полудрагоценные камни, золото. Подбирается к лицу, начало жизни. И чаша, которая постепенно наполняется ядом. Он пытается проанализировать переход жизни, смерти. Данили Монтанер, пардон, маркиз Дзали де Пубаль, 4-89-82 умерла Гала. На самом деле, что происходило в Ницце, немножко подробнее и чуть позже. Почему? Потому что сейчас мы подъедем с вами к отелю Негреско. Отель Негреско является жемчужиной Лазурного берега. Здесь, на английской набережной, появляются первые виллы, отели, частные отели, принадлежащие английской аристократии. В Ницце неоднократно жила, отдыхала королева Виктория. Итак, смотрим налево. Впереди подходит автобуса отель Негреско.
жемчужина Ницце, жемчужина Бель и Полс. Завтра мы выступаем в отеле Невинску. Полс. Здесь останавливался Жорж Сигмон, Франсуаза Саган. Слева от нас еще одна вилла. Вот посмотрите на эту виллу, с которой мы сейчас проезжаем. Это вилла Дисбах. Сейчас это музей Андре Лассена. Когда-то на этой вилле Лассена в ресторане у нас с вами вечер. Мы вас подвезем. Да. Справа от нас фонтан Солнечной системы. Слева от нас галерея Лафайет, и вот подарками галерея Лафайет сегодня здесь будет подсветка, концерт, устанавливает аппаратуру, и наш ресторан сегодня будет находиться в нашем ресторане. Мы с вами сделаем кружок. Одно дело фотографироваться ночью на площади Андре Лассена. Великолепная подсветка, увидите семь светящихся фигур, олицетворяющих семь континентов. Другое дело, когда мы проедем по Ницце, мы сейчас поедем на смотровую, мы остановимся на площади Андре Лассена. И вот там находится великолепная коллекция эпохи итальянского возрождения. Благодаря кому? Вот этим переходам. Кстати, и у нас в России находится великолепная коллекция эпохи, те же походы. Мы едем на смотровую площадку на Холм Семье. Чем выше мы поднимаемся, тем красивее на Риане становятся дома. Справа и слева сейчас уже будут появляться виллы. Знаете, Ницца напоминает, чем сидел на набережной с друзьями. Вот вспоминают очевидцы, как он не любил Ниццу. Он говорит, здесь все дорого, амбициозно, как-то вот его убеждали. Этот юг, это Ницца, как и без меня тревожит жизнь, как подстреленная птица, подняться в почву не может. Это первые строки, а далее они становятся более оптимистичными. Ницца помогла девчонке. Слева от нас сейчас вот меня держу. Почему? Настоятелем Сергий является, Сергий уже забыл, сами понимаете, сейчас некогда. А если вы придете вот в хороший ресторанчик и закажете матросский суп буйабес, любое блюдо выходит из народа. Это несколько сортов рыбы, которые вывариваются, добавляются более... Луковый суп, да, французский луковый суп. Он также варится из сортов рыбы, добавляется много лука, но буйабес немножко другое. Там присутствует букет гарни. Давайте так, кого с чесноком и с соусом чесночным и сыром посыпан? В конце концов, мальчишки догадались. И дальше идет описание, вот как Мишкина каша. Помните, они готовили, они что там собирали, они всех угощали. А пляжи Ниццы. Полосатых купальника группа, это да, дети с мороженым, дамы с собачками, но тоже он очень хорошо описывает. Саша погиб здесь при тушении пожара, вернее, у него было слабое сердце, вот когда вспыхнул пожар, он разволновался, он помогал тушить дом, это никто там не пострадал особо, но он, видимо, задохнулся или дышался. Говорили с вами о кладбище Каккад. Один очень интересный человек, это друг Александра Сергеевича Пушкина, Раевский. Справа от нас еще одна церковь, базилика, Дева Мария, в ее ипостаси звезды путеводной. А слева, вы уже, наверное, узнаете, парк Альберта I, бельгийского короля, Ницца его очень любят. Справа школа риторики, институт риторики маршала Массена. Здесь когда-то учился Гийом Аполлинер. Вообще многие выходцы, великие, талантливые поэты французские, вышли вот из этой очень престижной институт, школы, институт риторики. А тут это Гийом. Танюха, по вашей рукой! Лицо-то твое покажи. Вот, вырос. Опа, и пропали. Лево от нас. А справа гора Монбарон. Посмотрите справа. На горе Монбарон Элтона Джона.
вот отсюда идут суда на Корсику. Паромы на Корсику. В летний период каждый день в 7 утра отправляется судно. 3 часа, причем машина, если бы вы взяли машину в прокат свою, бесплатно. 3 часа, и вы на Корсике. Можно целый день погулять по Корсике, там на Аячо, корсиканская кухня великолепная. И вот вернулся поздним паромом. Дело в том, что первый шоколад, шоколадная фабрика, была основана в этом порту, когда они еще привозили из Америки шоколадное зерно или зерна какао. Ой, какая потрясающая фабрика. Я вам советую зайти. Порядочно лицо. Тем более они получают французское гражданство. Вы знаете, чем интересен Бельфраль-Сюрмер? Не только великолепными природными пейзажами, сочетание современных вилл, бассейнов и тут же ступени, вырезанные в скале, башни эпохи сарацинов. История, крепостная стена, которая частные яхты. И вот посмотрите, бухта Бельфранш. Не знаю, чего ставила она не так умная. Можно было и платить. Гоняют из Монако, они же между собой, там, генуэзские семьи. И вот семья Гримальди ушла сюда. И несколько лет они же построили эту башню. Частное владение. Лифт, который поднимается прямо в скале. И вот вдали журналистов решают мировые проблемы. Почему золотой козы? Потому что в этих горах водится парнокопытная козочка. Вот на солнце ее действительно отсвечивает золотым светом. И в деревне С есть один из престижнейших отелей в скале, называется он «Золотой козы». Мне напоминает этот запах нотки русских озер. Вот так разделись, да, Шанель номер 5, запах Франции, шлейфовый запах. Вот на таких фабриках. На C'était un peu le même principe hein, qu'on avait. C'était un carton un peu plus souple, mais c'était le même qu'on glisse. Et là, je voulais... Voilà. Laissez-moi rêver, laissez-moi y croire, laissez-moi dire qu'on peut changer l'histoire. Si c'est vrai qu'on est libre, qu'on peut s'envoler, qu'on me délivre, je sens que je vais ce mini 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 world mini mini ce mini mini world mini ce mini mini world mini mini j'ai l'impression de courir au ralenti dans ce mini 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 world mini mini ce mini mini world mini ce mini mini world mini mini je rêve encore qu'on chante les mêmes mélodies. Je ne les comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Это, да, вот оттуда идет, видишь? О, смотри, вот оттуда. Et si je veux survivre, dois-je vraiment accepter de tous les Монако. Маленькая страна. Это центр Монако. Город вроде как Монте-Карло. Может быть, я что-то путаю. Площадь 700 метров на 400. Очень маленький город. Можно обойти пешком. Я иду по дороге к автобусу. Вот так вот. Вон там море. Дорожки идут. Автобус.
Мальчик, там есть Леночка. Где? Леночка, вот там, да? Да не надо было показать, им просто рукой, Лена. Здравствуйте. Здравствуйте. Забыть про время, дела, заботы, с дружком моим поболтать, спой песню легкую про жизнь свою, про сволочную кабацкую, про бирюзовый пыльной рассвет, да про друзей тех, что рядом нет, про то, как птицы летят года, кому на фон, а кому беда. И что назад, дороги нет, в один конец взят билет. Смакует фраер в уголке лобстер с пивом. Девчонки, в этот момент жизнь удалась, а на душе так тоскливо. Потенциальный мир под утро кранц растворяется в лице, под ногти дамский скиц. Гуляй, рванья, пока не спится, поет вам легкая песня. Давай, братишка, про жизнь свою, про сволочную кабацкую, про бирюзовый пыльной рассвет, да про друзей тех, что рядом нет. Но только птицы летят года, кому-то фар, а кому беда. Что назад, брат, дороги нет, в один конец взят билет. Друзья, раз мы уже сидим с наполненными бокалами, давайте поднимем тост за тех, кто когда мы все отдыхаем, работает на этой сцене. За кабацких музыкантов. За кабацких музыкантов. Пошли, выпьем. Спой песню, я кабацкую, про бирюзовый дневной рассвет, да про друзей тех, что рядом нет, про то, как птицы летят года, кому-то фон, а кому беда. Что назад, брат, дороги нет, в один конец взят билет. Бегаем, снимаем. Вот они, вот здесь мы находимся. Давай вот так сначала помашем ручкой. Вот да. Мы просто хотим, сейчас, как я пошел, возьмет кабельный микрофон на гитару. Кабельный. Последний нет. А радио будет петь. И букет, первый букет на сегодняшнем фестивале. Вера Новоселова. Вера Павловна Новоселова, спасибо большое. Можете идти. Спасибо большое. На этой позитивной ноте будем считать, что гала-концерт первого международного музыкального фестиваля «Линия судьбы» открыт. Нас ждет много сюрпризов. В гала-концерте принимают участие популярные исполнители, победители фестиваля и финалисты из разных стран, из России, Украины, Франции, Испании, Германии и Латвии. Но где бы мы ни жили и откуда бы мы ни приезжали, нас объединяет общая
музыкальная линия судьбы. Музыка стирает границы и объединяет народы во имя мира. И прежде, чем начать концерт, мы хотели бы почтить минуты молчания жертв теракта 7 января в Париже. Après ces mots d'introduction, on veut faire l'ouverture officielle du festival Ligne du Destin, un festival où nous participons sont des chanteurs gagnants de différents festivals internationaux de différents pays, des pays comme la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne, Latvia, France, Espagne. Et c'est des chanteurs de tout le monde, du monde sans frontières, du monde libre. Et c'est pour ça qu'on veut la défense de la liberté. On veut faire un hommage spécial aux victimes de malheureux attentats d'hier à Paris. Et on veut respecter un minute de silence avant de commencer. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, фестиваль – это всегда праздник. Фестиваль – это что-то такое, чего не может объяснить, наверное, каждый. Фестиваль – это открытие новых звезд. И фестиваль – это, конечно, праздник. Олег, все ваши аплодисменты. Спасибо тебе большое. Ну что ж, друзья, мы бы со своей стороны хотели поблагодарить наших уважаемых партнеров и спонсоров, кто поддерживает фестиваль «Линия судьбы» и с каждым годом делает его все интереснее. Это музыкальные фестивали «Юрмала Шансон Латвия», «Русская душа Германия», а также «Отель Жорж Ницца». И ваши аплодисменты нашим партнерам и спонсорам. На этой сцене мы хотим пригласить красивую, талантливую, замечательную исполнительницу, которая приехала к нам из Москвы. Молода, весела, интересна. Жизнь свою посвятила песне. И для многих она пример. Выступает певица Мэр. Встречайте, Марина Селиванова, Москва. Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю всех с Рождеством. И, конечно, желаю вам большой любви.
следующая песня более веселая. Композитор Андрей Кимов специально для вас. Почему и откуда внезапно свалились нелепые мечты? Я понимаю, что я не она. Я понимаю, виновата сама. Наигралась дура. Выхожу из игры. Только у маленькой частицы сердца тлеет огонек желание. И прекрасный букет цветов. Мы дополняем, награждаем дипломом почетных гостей и, конечно же, букет цветов. Марина Селиванова. Для вас пела Марина Селиванова. Москва. Спасибо. Алекс, дарите поцелуи. Друзья, задача каждого фестиваля – это, конечно же, открытие новых имен. Задача каждого фестиваля – найти эти яркие имена. Осенью, что напрасно.
Смерти, который день в глазах у вас танцует счастье.
закрыт ворота рай и жизни, что прошла напрасно, могла быть совсем другая. Всегда, когда аплодируют, когда поддерживают. И на эту сцену я хочу пригласить не менее талантливого, красивого, замечательного исполнителя, автора, композитора, президента фестиваля «Русская душа в Германии» Владимира Тисона. Следующая песня написана Володей. Хотя мы разные, но искусство, людей, творчество Любим. Песня называется «Разные». Я стал прихожей ключи наших грез и не сбывшихся снов. На прощанье давай помолчим и вздохнем с сожалением любовь. Тихо шепчется ангел и бес, за чертой каждый миг, каждый час уплывает надежды экспресс в небеса, к сожалению, без нас. Разные, мы разные. Не зови. Празднуем, мы празднуем. Проводы любви. В каждой тайне есть правда и ложь. И от святости шаг до греха. В каждой ссоре есть слово и нож. Лишь любовь непорочна. Не укрыться от злых языков, сердце болью тревожит в груди, ревность тяжестью наглых оков. Хочешь уходить, уходи. Но очень популярная и в моде. Попробую я выразить слова о стыдружке и ее природе. Мужская дружба, она крепка. Мужская дружба однозначно века. Мужская дружба важнее всего. Один за всех, один за всех, один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Друг появляется не просто и не так. Друг проверяется лишь временем проверкой. Скажите, когда верится тому, кто к вам является, как черт из табакерки. Друг настоящий, не прислужник, не слуга. За деньги друга ты себе не купишь. Скорее всего,
ты злейшего врага. Поближе друга верного получишь. Мужская дружба, она крепка. Мужская дружба однозначно на века. Мужская дружба важнее всего. Один за всех, один за всех. Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного.
Спасибо большое. И еще одна песня. Песня называется
остров Крым, я бы ни в коем случае не хотел политизировать настоящее положение Украины и России. Ни в коем случае. Эта песня была написана еще около 50 лет назад, и она посвящена теме именно Белой гвардии. Остров Крым. Мы спустились на юг, конь мой преданный друг, меня вывез из вьюг и пожар. И собралась вся знать в православную рать, чтобы натиск сдержать комиссара. Остров Крым, остров Крым, тихо стелется дым и уносится вдаль канонада. Мы останемся здесь, мы останемся с ним, ждет на небе нас Божья награда. Мы сюда прорвались, чтоб надежды сбылись, чтобы наши спаслись от расстрела. И на верность Руси мы за всех поклялись, там, где Кремль и Нева, нету белых. Остров Крым, остров Крым, я умру молодым, пуля стукнет в висок медным гонгом. Больше некуда плыть, ах, как хочется жить, нам в России брать, а не в Гонконге. Мы сошли за реки и скрестили штыки, и в край башлыки стали танец. Кто-то будет один, на Руси господин, большевик, дворянин, иностранец. Остров Крым, остров Крым, я умру молодым, пуля стукнет в песок медным гонгом. Drink it up before the night is true. I wanna do that thing with you. I began to see how big this room. Роза расцвела в саду, но она была в черном. Вьются рядом мотыльки, соловьи поют в роще. Сладко манят лепестки, даже днем. Давай, сейчас.
Разлука судьбой загадана, так что же о ней жалеть? Жалеть ни о чем не надо нам, коли хочется пить да петь. Отчерла в море лодочка, с тобой все равно не жизнь. А я утешаюсь водочкой, а я не кричу вернись. Дай вирин, дай вино, разбито сердце напополам. Не склеит ни сердце заново, из двух половин одно. Дай вирин, дай вино, разбито сердце напополам. Сегодня пью и гуляю сам. Дари-ди-ди, дари-ди-ра, разбито сердце напополам. Дари-ди-ди, дари-ди-ра, гуляю сам. Гуляю сам. Гуляю сам. Что еще, Ванечка, что еще? Тихо, тихо, тихо. Эчар де менусис, ло де менус, энтрелос фелос и каналонес, реленус ленус, и ноле толжес, ло де менус де толонес. Вот смотри, что полоскуткой. Эчар де менус, камбьяр миоса пор карамелос, эс уна пена, ке уна буде, ке уна супе, ке уна губе, ке уна ви. Долороса пенчаренбану, без Карлос Суина, без Карла Мана, без Карла Мати, контар лос дияс, де видас туяс, мас видас мияс, Гритарая прухта, фумар мистия, скоро. Не, не, это не так было. Блин, я все кричат, я не могу так. Уже это вас! Юра, вы слышите? Фильм мой он кванту копью, и пропонерся, и пропонермася, уно мас, кенно верма, кенно респира, кенно интона, кенно инкаха, кенно ратуна, и чар де мас, и чар де минус, камбия, ми усу, пор, карамилус, и шумна пена, кейона буде, кейона чупа, кейона дубе, кейона ви, кейона ит, кейона дихи, кейона крисис, долороса пенцарен бану, пескарва швейш, пушкар ламану, рефарана, контар лос дис, де видас туяс мас, видас ми, я, Dar el dedo de lo que quiero y de lo que debo. Y después cerrar los ojos, sí. Después cerrar los ojos, sí. Después cerrar los ojos, sí. Después abrir los ojos. Es una pena que yo no pude, que yo no supe, que yo no tuve, que yo no vi, que yo no hice, que yo no dije, que yo no quise. Doloroso pensar en vano, pescar los sueños, pescar lo vano, rezar a nadie, contar los días de vidas tuyas, más vidas mías. Da 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 da
сушил через год и годы молчаний. И я забыл, как во снах умирали от скуки стихи, и я ушел далеко от ненужных и терпких признаний. И, признавшись себе, отмычал у природы грехи. Колесил без колес, ковыляя хромой походкой, и висел бездыханно на стрелках поплывших часов, угорал на поплойках и своей пересушенной глоткой отпевал панихиды по душам усопших богов. Барселона, столица без трона, Барселона, мой город, мой плен. Барселона, моя Барселона, тенью снов, где я сладостно тлен. Мир чумел на глазах, на границах меняли капканы. Без любви и без смысла хотелось туда, где нас нет, все, что знали и пели, промчалось, ушло и прокисло, и уже ни о чем не расскажет кровавый рассвет. Барселона, столица без трона, Барселона, мой город, мой плен. Барселона, я no tengo nada, я no tengo nada. Digo todo lo tenía, я no tengo nada, я no tengo nada. Digo nada, nada, el mundo, nada, 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 nada. Мой букетик. Спасибо, дорогая Вера Павловна. Спасибо. Sin decir adiós, no quiero ninguna explicación, no quiero dolor, me lo pasé muy mal, no quiero dolor, no quiero dolor, no quiero dolor. Que no, que no, que no. Algo así, ¿no? Bravo. Me sabe el humo, la cigarita que yo fumo. Me sabe.
If you decide to walk away so easily, just because I said some things I didn't mean, in case you change your mind about all this, I guess it's just the way it has to be. You know that I'm still in love with you. So many little things we have to do. So many different words I love to say. Instead you choose to go a separate way. You may be the only love I had ever known, and it's got to last forever.